Ну, просто неприлично вкусный салат из самых доступных продуктов. Капуста, желательно молоденькая, нашинковали тонко-тонко. Морковь почистить и на самой мелкой терке. Огурчик полукольцами отправили в салатник. И теперь соус петрушка, пару зубчиков чеснока, пол лимона, оливковое масло, соль, перец по вкусу. Главное хорошо перебить. Соус-салат тщательно перемешали, выложили на любимую тарелочку и наслаждаемся результатом. Это вкусно!